Всем огромный-огромный привет! Сегодня у меня пустые баночки за вторую половину января и по традиции из бытовой химии. Закончилось вот такое средство для акриловых поверхностей. Чистила им я ванну, это у нас уникум. Знаете что, чистить неплохо, но не идеально и не так, как хотелось бы, хорошо и суперски, чтобы повторять его вновь. Не сильно меня впечатлило, поэтому нет, повторять не буду. Так, по салфеточным делам, салфетки детские от магазина Spar, мне нравится, такой нейтральный детский кремовый аромат, хорошие, не сохнут, в этом плане все с ними хорошо. А вот такие салфетки дезинфицирующие покупать больше не буду, они очень сильно пахнут спиртом и вот что-то еще такое противненькое, не очень неприятный запах. Нет, брать не буду больше такие. Мои любимые, которые у меня заканчиваются ежемесячно, и ежемесячно я их покупаю, это влажные полотенца из Fix Price для уборки, для всего, прям вот идеальные. Могу вот их посоветовать, это точно. Салфеточки детские от Faberlic очень давно покупала, и они у меня были в нашей спортивной сумке, с которой мы ездим к родителям в баню, в общем, редко их использовали, и они успели чуть-чуть подсохнуть, но все равно не потеряли своих основных свойств, за что им спасибо большое. Можно такие брать, компактную упаковку, чтобы с собой возить. И салфетки неплохие. На этот раз не очень меня порадовали подгузники Эко, очень слабенькие застежечки, расстегиваются, в общем, если вот прям минут на 20-30 надеть, перестраховаться, а так ребенок будет бегать, все отстегнется. Зачем я их схватила, непонятно, ну вот схватила. Так, мыло для кухни, такое чумазенькое, закончилось у меня с ароматом кофе. Хороший аромат, нейтральный, для кухни самое то, работает это мыло отлично. У меня всегда оно стоит возле раковины на кухне, поэтому могу рекомендовать. Также на кухне у меня стояла для рук крем-гель. Это уже для рук называется и тело, но тело мы не мыли, мыли только ручки. Здесь аромат яблочного пирога действительно вкусненький. Вот именно на кухню он подходил, потому что он такой съедобный был аромат. В меру жидкий, в меру густой, 650 мл. До 100 рублей заказывала на Вальберис. Неплохое мыльце. Что касается еще мыла. Кусковой полмолив роскошь масел немножко перележало у меня в запасах, и поэтому я решила сейчас, прям вот я уже сократила запасы практически в ноль. Немножко прогорклом уже пахло, и не очень приятно было пользоваться, но допользовали, и слава богу. Сейчас в мыльнице у меня от Faberlic последняя их новинка, которая была здесь у меня фрезия и пион. Вот этот кусочек мыла, до этого у меня был лемонграсс с чем-то. И вот в отличие от того, с пионом пахнет пионом. И когда вынула я из упаковки, и вот сейчас мы уже приближаемся к половине кусочка, он еще пахнет. Уже не так интенсивно, но аромат пиона угадывается. Но несмотря на это, я повторять не буду и другие, с другими ароматами кусочки заказывать не буду, потому что скучные, квадратные, белые боковушки становятся сразу такими ржавыми, желтыми. Не вполне мне это нравится, поэтому попробовала и до свидания. Для интимной гигиены закончилось смягчающее средство без одушек от Avon Delicate. Классное средство, 300 мл, достаточно экономное. Мне нравится, всегда заказываю. Просто чередую с ароматом, там без аромата, в общем, как-то тихонечко, постепенненько. Для рук закончился питательный крем Organic Kitchen Акуна бананом. Пах, да, бананом, но немножко химозненьким. Был такой желтенький, 100 мл, это очень много, во-первых. Во-вторых, туда постоянно лазить ручкой, и чем меньше остается крема, тем противнее становится запах. Так он неплохо достаточно питал кожу рук. Я не скажу, что на очень долго, там на полдня, нет, на часочек, может быть, но это неплохо для относительно бюджетного крема. Вот. Но повторять не хочется, потому что достаточно долго стоял, и просто хорошо, что у меня в
каждой комнате по крему, я чередую, и не так они сильно надоедают. Жидкость для снятия лака моя любимая, для Fresh, покупаю в Магнит Косметик. Хорошо снимает любые виды лакового покрытия с ногтей, поэтому не изменяю я этому средству. Так, для лица одно средство закончилось. Ровный тон и укрепление, это сыворотка, вернее, это крем-гель, наверное, называется, он корректор. Так, что не наводишь, корректор для лица точечного действия. Я наносила его действительно исключительно на пигментные пятна. Здесь такой носик, очень удобен для дозирования, здесь всего 15 мл. И да, девчонки, я начала, мне кажется, еще осенью его использовать, и вот осень-зима, практически ежедневное применение на ночь, у меня все пигментные пятна исчезли. Но я знаю, что они весной появятся, однако ж лучше пусть они как бы с нуля появляются, чем наслаиваются на старые. В этом плане я придерживаюсь такого мнения. Покажу вам сейчас много декоративки от моей мамы. Давайте начнем с тушей. Помните, у нас была такая тушь Вейвен Люкс, которая с сывороткой с другой стороны. Вот здесь сыворотка для роста ресниц. Мама ей практически не пользовалась. Забывала просто, да, непривычный продукт. А с другой стороны тушь. Она сказала, что вполне рабочая, прокрашивала даже самые маленькие реснички. Вот у мамы моей тушь всегда не одна открыта, несколько. И заканчиваются они, как правило, скопом. Но здесь она немножко подкопила, давно мне не отдавала. Очень хвалили вот эту тушь от Oriflame, The One. И, знаете, я не занимаюсь Oriflame, но иногда мои знакомые, друзья говорят, я вот такую тушь хочу от Oriflame. У меня коллега на работе занимается, я просто у нее заказываю, им приношу. В этот раз так и получилось. Мама говорит, все заказывают, и мне закажи. Она сказала, что сильно она ее не впечатлила. Тут, видите, с одной стороны ворсинки длиннее, с другой короче. Хорошая, говорит, тушь, но не так, чтобы прям вот только ею одной пользоваться. Хочется ей разнообразия. Так, следующее. От Avon Mark. Объемная тушь. Так, не катитесь, у меня тут помады хотят убежать. Вот такая яркая. Тоже ей понравилось. Сказала, неплохая. Но достаточно быстро она у нее подсохла. Кисточка вот такая вот интересная тоже. Вот. И, судя по кисточкам, можно подумать, что маме моей нравятся маленькие кисточки. Однако же, это не совсем так. Так, Супер Шок. Это у нас серенькой версии. Тут не бочоночек, а вот такая кисть попушистей. Мама сказала, что бочонок ей нравится больше, где кисть бочонком. И последняя тушь. Это Power Stay, суперустойчивая. Вот тут какая громадная. Вот. Про эту тушь она сказала, пойдет. Сейчас ей очень нравится. Она в восторге от туши для ресниц Drama от Avon. Последняя их новинка. Подводка для глаз. Faberlic. Glam Line. Понравилась она ей по действию, но очень быстро высохла. И в негодность пришел вот этот вот, как его называют, фетровый наконечник. Вот. А так, говорит, если бы подольше служила, можно было бы и повторять. И вот такая у нее какая-то неизвестная. Мне кажется, я ей такую не покупала. Она сама где-то прикупила. Странная такая вот подводочка. Где-то в магазинчике она взяла. Говорит, работала хорошо, но недолго. Она вот любит именно вот с такими вот кончиками. Никакие маркеры не признает и карандаши. Поэтому исключительно такие покупаем. И две помады у нее закончились. Это ее любимый оттенок. Помада от Avon Lady Totally Tweak. Сейчас, если где-нибудь... А, вот здесь вот. Вот такой оттенок. Он всегда есть в продаже, хотя появились сейчас новые оттенки. Но Totally Tweak всегда есть, и он самый популярный, самый ходовой. Вот всегда, когда по акции я ей заказываю эти помадки. И, опа, уже не помещается наше мусорное ведерко. Так, что касается, давайте от Faberlic покажу сначала еду.
Попробовала я кашу овсяную с бананом и лукумой. Это пока единственная каша, которая, ну, не то, что понравилась, она нормальная, есть можно, но не так, чтобы вот прям хотелось повторить. Девчонки мои не очень заценили, но надо сказать, что у меня дочки не очень любят овсяную кашу саму по себе. А вот крем-суп я впервые заказывала, вообще суп от Faberlic из линейки Нечаев Family Club. Тыквенно-чечевичный с бамбуковой клетчаткой крем-суп. Но чтобы он был крем-супом, здесь вот у нас способ приготовления, здесь написано, нужно его проблендерить. Но это не обязательно. Я его не блендерила. Мне очень понравился он по вкусу. Там достаточно уже и морковки, и перца. У меня сначала детки как-то скептически отнеслись, но потом младшая заценила. Особенно ей понравилось морковку вылавливать. Он достаточно красиво выглядит. В Инстаграм я даже фоткала тарелку с этим супом. Хороший суп. Вот буду повторять и хочу еще попробовать другие разновидности. Я делю тут на 5, на 7 порций супы и каши. Я делю на 2, то есть я развожу не на 1,2 литра всю упаковку, а на 600 миллилитров воды развожу пол упаковки, потом еще. Вот. И этого нам вполне хватает. Конечно, если семья большая, то этого не хватит. Также я допила вот такие вот мультивит-витаминки. Заказывала их на Вальберис. Это у нас Family Subs. 60 таблеток. Вот здесь вот у нас есть доставчик. Я могу сказать, что мне по ощущениям казалось, что они действуют, что я чувствую себя лучше, энергии больше в организме. Поэтому обязательно вот сейчас отдохну месяцочек и закажу. Либо в Фаберлике, либо на Вальберис, на Озоне посмотрю, что где подешевле, потому что ходила недавно в аптеку Вита, у меня Соня заболела, и пока стояла в очереди, увидела акции только на детские витаминки, купила ей там 3 упаковки по цене 2, детские взяла, а на взрослые акции не было, и цены такие я запомнила, но они подороже, чем можно купить в интернет-магазинах. Так, переходим к ароматам. Также от моей мамы приветом приехали 2 малявочки. Между прочим, смотрите, я поставила на ножки, и тут аромат слился. А он был прям вот туда и был пустой, как он просто лежал и был пустым. А сейчас я его поставила перед съемкой, и там еще можно попользоваться. Это Little Black Dress шариковый. А, он у нее, наверное, потек. Шариковая версия. Вот очень долго был в использовании, он такой серьезный, женский, и вот как раз на осень, на зиму, либо на куда-то на выход, но сейчас куда выходов мало у нас, поэтому так используем. Инкаденсенс тут уже 10 миллилитров, там было 9, здесь 10, он более женственный, более цветочный, мне кажется, тут мимоза есть, насколько я помню. И она достаточно хорошо ощущается. У меня закончился аромат Beauty Cafe 15 мл от Faberlic. Так и не смогла я с ним подружиться. Я им пользовалась. Он с какой-то колючей для меня ноткой и со сластинкой. И оставалось совсем немножко, я его как освежитель воздуха. И если другие ароматы от Faberlic я использовала как освежитель воздуха, и мне приятно было находиться в комнате, я понимала, что это парфюмчик и женский, то этот аромат, даже распыленный в комнате, как-то меня немножко напрягал. Коробочка от него тоже сохранилась, но это по той простой причине, что все ароматы я храню в коробочках. Плюс у меня в сумочке со мной ездил от Avon аромат из линейки Artistic Iris. Очень даже неплохой, интересный, цветочный, женственный. И я для себя взяла на заметку, что если он мне попадется где-то в подарок, либо по акции, я его себе с удовольствием возьму. Также я активно тестировала новинку, и в обзоре на новинки февраля от Avon показывала уже. Это Avon Attraction Game, последняя, прям самая новиночка. В феврале появится она у нас в каталоге, пока можно заказать по фокусу. Это сладкий шоколадный аромат, который может поддушить на старте, например, кто чувствительный к ароматам, вот как я. Но он очень быстро выветривается, на мне не задержался, совершенно нестойкий, и у него непонятное послевкусие. Я не могу назвать это шлейфом, потому что он не шлейфит, а именно какой-то послевкусие оставляет, какой-то, вы знаете, запах газетной бумаги.
Не знаю, что это, возможно, это какие-то древесные ноты, но что есть, то есть. Вот так немножко у меня закончилось. В основном декоративку от мамы вам показала. И по традиции, что у меня сегодня на ногтях, это два лака для ногтей от Avon, гель Shine. Один такой, можно сказать, оранжевый, называется Paint the Town. И второй, это последние новинки тоже были у них какие-то глянцевые, Office Party. Не сильно меня впечатлили эти лаки для ногтей, но пользуюсь. Пока есть. Летом, думаю, переведу их на педикюр. Огромное вам спасибо за внимание. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.